Unsere Zeitung ist eine regelmäßig erscheinende Publikation, die verschiedene Ereignisse abdeckt. Autoren und Korrespondenten schreiben Texte, Redakteure und Korrektoren feilen an Formulierung und Inhalt. Und nach dem Druck findet die Zeitung schließlich ihren Leser. Wir stellen euch die Deutsche Allgemeine Zeitung vor, die einzige Zeitung der deutschen Kasachstans. Die Deutsche Allgemeine Zeitung wurde im Jahre 1966 gegründet, damals unter dem Namen Freundschaft und mit dem Ziel, die nationale Identität und deutsche Sprache zu bewahren. Heute erscheinen die DAZ wöchentlich auf 12 Seiten, zweisprachig, auf Russisch und auf Deutsch. Zu den Schwerpunktthemen der DAZ gehören die Aktivitäten der deutschen Minderheit, die deutsch-kasachischen Beziehungen, die Tendenzen in Politik, Kultur, Wirtschaft sowie die Möglichkeiten für Bildung der Jugendlichen. Leider gibt es heute in Zentralasien keine kompakten deutschen Siedlungen. Deswegen ist das Hauptziel der DAZ, die deutsche Minderheit zu informieren und die Brückenfunktion auf die gesamte zentralasiatische Region auszudehnen. Unsere Hauptleser sind Vertreter der deutschen Minderheit, aber die DAZ lesen auch Touristen, Studierende, Geschäftsleute und Vertreter aus Deutschland, die nach Kasachstan kommen oder sich einfach für Zentralasien interessieren. В 2018 году газета Deutsche Allgemeine Zeitung была преобразована в ТО. Это отдельный хозяйствующий субъект. И, естественно, возникают вопросы бюджетного планирования, финансового администрирования и, собственно, требуются новые концепции развития. Необходимо понимать, что издательство газеты – это творческий процесс, и необходимо предоставить сотрудникам редакции возможность заниматься творчеством. Соответственно, хозяйственные вопросы и вопросы управленческого характера должен принять на себя директор. Я возглавляю направление СМИ в деятельности попечительского совета Казахстанского объединения немцев «Видергебурт». Наверное, поэтому мне было предложено возглавить газету временно для того, чтобы наладить рабочие процессы. Но, как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное. Я быстро втянулся. За прошедший период мы освоили работу в новом формате, увеличили штат сотрудников, усовершенствовали техническую базу и, следуя основному вектору развития СМИ, сделали уклон на продвижение изданий в интернет-пространстве. В течение 2019 года мы также воплотили параллельный, очень интересный проект, создали архивный портал газеты «Freundschaft». Этот проект оказался очень востребованным. По объему скачиваний мы можем судить о том, что основное количество наших пользователей находится в немецкоязычных странах Европы. Об этом говорят их IP-адреса. Для них здесь видится уникальная возможность получения доступа к архивным материалам, приобщения к истории немцев Казахстана, ознакомления с становлением нашей самоорганизации. Интересно складываются контакты с предпринимателями-немцами, которые делают свой бизнес в Казахстане. Мы часто печатаем о них различные материалы. Вы можете увидеть их модули в каждом номере нашей газеты. Мы видим в этом сотрудничестве будущий источник софинансирования. Ведь чем интереснее газета, чем актуальнее материал, чем интереснее контент, тем более привлекательно СМИ для потенциального рекламодателя. Этот процесс очень взаимосвязан. Однако, при всем старании, прогресс нашего издания немыслим без развития самоорганизации немцев Казахстана. Wenn der Inhalt der Zeitung fertig ist, geht sie in die Hände der technischen Redakteurin über. Начиная с понедельника, мы собираем материалы, переданные нам оригинальными авторами из всех областей Казахстана. Самые лучшие из них и наиболее наполненные эксклюзивным контентом размещаются как на электронных, так и на печатных страницах нашей газеты. Материалы, поступающие от региональных обществ, размещаются на сайте Видергебурт.кз, который освещает как деятельность Общественного фонда возрождения, так и самих обществ. Всю информацию, поступающую к нам об известных личностях, молодых спортсменах, известных актерах и многом другом, мы проводим через несколько этапов редактирования. Это включает в себя как работу редактора с текстом по его стилистике, так и работу корректора над ошибками, запятыми и многим другим.
Тексты, прошедшие обработку, а также поступившие фотографии, размещаются на полосах издания. Мы работаем с программой Adobe InDesign, что позволяет нам качественно и быстро подготовить наше издание к печати. Размещая фотографии и текст на полосах, мы стараемся выдерживать все необходимые стандарты. Готовые файлы отправляются в цех печатной подготовки типографии Dauer. В типографии они принимают его, и у них есть специальная программа, которая разбивает PDF по 4 страницы каждой и раскладывает их по специальным железным пластинам. Эти пластины идут постобработку по цвету, потом проходят водяную обработку, также потом выходят уже готовые для печати. Благодаря технологии CTP изготовление печатных форм занимает считанные секунды, после чего начинается сам процесс печати. После этого мы можем взять в руки свежий номер, который спустя некоторое время отправится по регионам Казахстана каждому подписчику. Также по сайту DATS у меня есть обязанность по SEO-оптимизации. Это подготовка слов, благодаря которым вы будете находить наши статьи в Google или Яндекс или других источниках поиска в интернете. Zeitung wurde viele Jahre nur in gedruckter Form veröffentlicht, hat sich aber in den letzten Jahren auch im Internet entwickelt. Unsere Webseite, der YouTube-Kanal und die sozialen Netzwerke werden von Jahr zu Jahr beliebter. In diesem Jahr haben wir begonnen, Multimedia-Inhalte aktiver zu erstellen. Laut statistischen Angaben sind sie bei Webseitenbesuchern sehr beliebter und gefragt. Помимо того, что газета выходит еженедельно в печатном варианте и статьи публикуются на сайте dats.asia, мы оперативно выставляем всю информацию в социальных сетях. Наша газета представлена в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках и ВКонтакте. Зачастую наши статьи сопровождаются видеоматериалом, поэтому мы активно развиваем наш YouTube-канал. В этом году, благодаря совместному проекту с IFA-институт, мы подготовили, а также находится в разработке, большое количество материала на немецком языке, либо с немецкими субтитрами, который уже ждет вас на нашем YouTube-канале. Обязательно проходите по ссылке, которая будет в описании. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Нам будет очень приятно. Ja, ich habe die Freude, seit etwas mehr als einem Jahr diese tolle Zeitung als IFA-Redakteur hier zu unterstützen. Bin aktuell tätig in der Funktion des verantwortlichen Redakteurs für den deutschsprachigen Teil. Als solcher obliegt es mir, die Zeitung zu füllen mit deutschen Artikeln, die ich entweder selber schreibe oder von anderen Autoren akquiriere. Und letzten Endes kommen die dann bei uns auf die Seite. Bin also auch dafür verantwortlich, dass unsere Seite, unsere multimedialen Inhalte und unser Auftritt in den sozialen Netzwerken stets ausgebaut und verbessert wird. Und ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist es natürlich vor allem auch ständig neue Autoren für unsere Zeitung zu gewinnen, die idealerweise aus allen 5 zentralasiatischen Ländern stammen. Da der deutschsprachige Teil sehr viel Wert darauf legt, dass auch bei Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur in den anderen zentralasiatischen Ländern berichtet wird, also auch in Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan. Wir haben das Ziel, auf die Art und Weise unsere deutschsprachige Leserschaft mit aktuellen Informationen über die Region zu versorgen. Und dabei sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir regelmäßig Text von Autoren aus den jeweiligen Ländern bekommen. Das ist aktuell ein bisschen schwierig gewesen in den letzten Monaten aus bekannten Gründen. Aber wir haben genau deswegen jetzt auch in letzter Zeit versucht, einige Projekte anzustoßen. Beispielsweise vor kurzem haben wir einen Schreib- und Video-Wettbewerb mit Unterstützung des IFA gestartet, der darauf abgezielt hat, Schüler, Studenten und Nachwuchsjournalisten aus den 5 zentralasiatischen Ländern zu gewinnen. Da sind noch einige schöne Beiträge bei rumgekommen. Die Auswertung des Wettbewerbs, die Bestimmung der Sieger durch die Jury hat noch nicht stattgefunden, findet demnächst statt. Und auf Basis dessen werden wir dann die besten Beiträge auch demnächst in einer kleinen Serie zum Thema Nachhaltigkeit, ökologische Entwicklung der Region hier veröffentlichen,
in unserer Zeitung und auf der Seite. Und darüber hinaus haben wir natürlich in normalen Zeiten unter Nicht-Corona-Bedingungen auch unsere Zentralasiatische Medienwerkstatt als eine Präsenzveranstaltung. Da kommen dann aus den besagten Nachbarländern und auch aus Kasachstan junge Leute zu uns in die Redaktion oder wenn wir ein gemeinsames Projekt mit Partnern starten, auch eventuell woanders hin. Und die lernen dann hier so ein bisschen, wie man schreibt, wie man umgeht mit neuen Medien. Und wir versuchen dann natürlich idealerweise auch diese jungen Leute an uns zu binden. Schaut immer mal auf unserer Seite vorbei, meldet euch bei uns, wenn ihr Interesse an der Zeitung habt. Wir können euch das E-Paper schicken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Als eigenstifte Minderheitszeitung wird die DAZ zurzeit durch das kasachstanische Informationsministerium, das Institut für Auslandsbeziehungen sowie das Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat gefördert. Важно, чтобы всегда было о ком, о чем и, главное, для кого писать. Ваши успехи зеркально отражаются на успехах редакции, поэтому мы искренне желаем всем вам удачи и всяческих успехов.